А вот и поклевка. Вроде что-то сидит на крючке. Даже немного сопротивляется. Всем привет, друзья. Приехал сегодня на речку Дон. Буду пробовать ловить на фидер. С собой взял две удочки. Одну поставлю с флэт-методной кормушкой. На второй буду ловить, как обычно, в ускоренном темпе. Цель вообще сегодня поймать хотя бы одного подлещика. Пока что в этом году еще ни одного подлещика не попалось. Но на этом месте я постоянно каждый год ловлю. Но подлещик ловится начинает чуть позже, в июле. А сейчас только середина июня. Ладно, буду пробовать. Может, что и получится. Начну, как обычно, с прикормки. Сварил сегодня кашу пшенную. Каша непростая. Добавил туда гранулы жмыха, семян подсолнечника, плюс гранулы из отрубей. Состав этих гранул я не знаю, но на запах очень приятные. Надеюсь, что рыбе тоже понравится. Вот такое пшено получилось. И добавлю в эту кашу вот такую прикормку технологии успеха Эксперт Фидер Лещ. Так, ну приступим. Так, ну все, прикормка готова. Теперь разложу удочки. На основной удочке по насадкам сначала начну с белого опарыша. Вообще из насадок у меня есть еще навозный червь, красный опарыш, кукуруза и воздушное тесто. Но кукурузу, воздушное тесто буду я использовать на вторую удочку с методной кормушкой. Так, ну все, поехали. Ловлю я здесь не первый раз, как и говорил. Так что знаю, куда кидать, где клюет рыба. По крайней мере, где в прошлые сезоны клевала. Так, ну буду раскладывать вторую удочку. На второй удочке начну с воздушного теста плюс навозный червяк. Пока возился со второй удочкой, на первую была сразу поклевка, но я ее прозевал, потому что был занят.
Долго не было поклевок. Сменил поводок на более тонкий и поставил крючок поменьше. Ну и вот поклевка и небольшая плотвичка попалась на белого опарыша. Сейчас я ее отпущу. Совсем сегодня рыбы что-то клевать не хочет. Вода очень темная. На днях был сильный дождь. Из-за этого такая вода. Рыба плещется, прям крупная рыба. Плещется прям на расстоянии 5 метров от берега, почти в кувшинках. Не знаю, что за рыба. Но вот клевать пока что не хочет. А вот и поклевка. Вроде что-то сидит на крючке. Даже немного сопротивляется. Это рыбец. Вот такой рыбец попался. Красивый весь какой. Я его тоже отпущу сейчас. Ну, вроде подобрал ключик к рыбе. Нашел точку. Клюет практически сразу, но вот много пустых поклевок. Клюет на белого опарыша. И брызгуем спреем опарыш. Так, ну продолжим, может что поинтереснее попадется. До этого просидел где-то полтора часа, вообще ни одной поклевки. Вернее, было три поклевки. Но результата они не принесли. Была очень хорошая поклевка. Просек. Вроде рыба сидит, чувствуется прям рывки. Поводок тоненький, так что надо поаккуратнее. Попался вот такой галавль. Галавлика я тоже отпущу, пусть подрастает.
поклевка. Два раза дернула. К сожалению, рыба не попалась. Съел двух опарышей. Ловлю я на трех. Насаживаю трех белых опарышей. Кому интересно, крючок 14 номер. Леска обычная монофильная, не флюорокарбоновая. 0,1 примерно длиной метр. Сразу поклевка. Ага, вроде сидит. Сошла. К сожалению, сошла. Как бы это ни уклейка подошла. Сразу сбивает опарыша и не попадается. Угу, клюет сразу. Хорошая поклевка была. Ну да, как я и думал, это уклейка. Очередная поклевка. Вроде что-то сидит. Мелкое, но что-то есть. Попался елец. Вот такой елец попался. Гремит гром, на небе тучи. Может быть, сейчас и дождик пойдет, так что надо побыстрее рыбки наловить. Спрей вот заканчивается. Чуток осталось. Так, сейчас я докидаю остатки прикормки и буду, наверное, собираться. Начинает моросить дождик, и если посильнее вольет, то могу отсюда на машине не выехать. К сожалению, сегодня подлещик я так ни одного не поймал, но зато попалось несколько плотвиц, рыбец, голавль и елец. Еще много уклейки. Все, спасибо за просмотр. Не забывайте поставить палец вверх. Подписаться на канал. Всем пока!